Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руководители управления и ведомства отчитались главе округа в проделанной работе. Об итогах минувшей недели далее. Московской областью, Российской Федерации и совместно с муниципальным бюджетом представляются социальные выплаты на приобретение жилья. Первое оперативное совещание в этом году стало знаковым для 6 молодых люберецких семей. Глава округа вручил им свидетельство на право улучшения жилищных условий. Далее повестку совещания продолжили руководители ведомств. Об итогах работы в новогодние каникулы рассказал начальник люберецкой полиции Евгений Романцев. Практически 2 недели мы зарегистрировали более 3,5 обращений граждан в межмуниципальное обращение Люберецкое. Из них резонансы были 2. Это 2 убийства. Одно 31 числа, оно в канун Нового года на улице Юбилейной в 2-м городе. Человек застрелил другого человека, соседа. Убийство раскрыто. Но также 4 числа было убийство брата. Самое раскрыто также. Непростым выдалось начало января для коммунальщиков. 9 числа в 28 домах деревни Марусино произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Во время бригады АО «Люберецкая теплосеть» проведены восстановительные работы. В 12 часов 9 января горячего водоснабжения подано в полном объеме. Также специалистами теплосети проведены мероприятия по промывке полутриквартальных сетей для улучшения качества водоснабжения. Для тех, кто занят уборкой территории, праздничные дни совсем не каникулы. За этот период из дворов и общественных территорий собрали и вывезли более 2500 кубометров снега. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.